В России в ближайшее время появится еще один механизм продвижения социально важных проектов. Это будет фонд для отбора и финансирования инициатив в интернете, направленных на решение общественно значимых проблем. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Он отметил, что сейчас в сети много полезных ресурсов, таких как порталы дистанционного обучения, электронные библиотеки, сайты гражданской направленности и сайты благотворительных организаций. И у них миллионы пользователей по всему миру. У нас очень много молодых людей с интересными идеями. Немало талантливых программистов, и, в том числе и общественных лидеров, способных эти идеи осуществить или использовать эти идеи в своей работе. И в первую очередь необходимо предложить эффективные инструменты частно-государственного партнерства. Полагаю, что ОСИ может учредить специальный фонд, через который будут отбираться и финансироваться инициативы в интернете, имеющие высокую социальную ценность, направленные на решение общественно значимых проблем.